Убирать мусор каждый день теперь обязаны подрядные организации, которые отвечают за сбор твердых бытовых отходов. Кировские депутаты проголосовали за ужесточение правил содержания контейнерных площадок в городе. Изменения внесены в правила благоустройства. Теперь не допускается переполнение баков и бункеров, которые предназначены для сбора ТБО. При этом отходы, которые могут выпасть при выгрузке, обязана убрать организация, которая занимается вывозом мусора.